Вы знаете, что в Андалусии практически в каждом городе и в каждой деревне говорят, что на самом деле Антонио Бандерас родился здесь, именно у них. Слухи ходят повсюду. В Пуэрто-Банусе, элитном курорте, роскошном порту, есть площадь, названная в вашу честь. А местные говорят, знаете почему? Потому что Антонио Бандерас родился именно здесь, в этом здании. Здесь сейчас существует супермаркет. Но раньше было маленькое здание, больница, в которой родился Антонио. Так где вы по-настоящему родились? Я родился в Малаге, в столице. Потому что Википедия гласит, что вы родились в Бенальмадена, в провинции Малаге. Нет, это неправильная информация. Значит, в Малаге? Да, в Малаге. Столица провинции Малага? Да, в Малаге. Действительно мило. Абсолютно верно. Вы знаете, это смешно, и мне очень нравится. Это мило. А было бы хуже, если бы говорили, нет, здесь он не родился. Там, он родился там. Это правда. Они действительно вами гордятся. Фактически, они гордятся тем, что вы многого добились, прорвались и достигли колоссального успеха в Голливуде. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».